Так, поставил ее. Накрутил на шланы, которые были. Слив перелив поставил. Ну, так вот это выглядит. Странно, что она держит. Я такую порнографию никогда не делаю, у меня все трубы прячутся в стену, в штробах, и потом из плитки просто выходит канализация, муфты горячей, холодной воды. Ну, такие некоторые делают. Потом поставишь умывальник, будет видна справа слева труба, справа трубы. Я не знаю, колхоз. Здесь вот оно с кухни зашло, оно спрятано по стиралку. Все, розетки стоят, полотенчик поставил. Уголок этот гребаный с ним мучился, блин. Какие-то уголки стали делать тонкие. Левуа купил за 600 рублей, в Белом доме 2000. Вообще дорого. Так что такой вот ремонт. Санузла закончил. Автоматы. Все подписаны. Свет, коридор. Чик. Чик. Свет, санузел. Чик. Погас. Отдельный автомат на розетке, отдельный автомат на свет в каждую комнату. Котел, отдельный автомат. Духовой шкаф отдельный. И на стиральную машинку попросили тоже отдельно. Санузел. Так что там вот. Такие вот ремонты. Без 15.11 я закончил сегодня работу. Просто так вот люди ходят. Плитку затер вчера, фартук, и на полу тоже, на кухне, в коридоре. Все, здесь дальше будет самостоятельно. Розетки я поставил, обои поклеят, ламинат постелят. Но это моя миссия здесь закончена. И санузел я сделал, плитку поштукатурил, электрику все провел в квартире. Распред коробки. И котел перенес. Он был здесь, я переповел сюда, подвинул. Ну и откосы тоже с пластика, потом уберу, подоконники ставил. Синюю пленку потом уберу. И здесь тоже откосы, подоконники ставил маленькие. Пластиковое дело. Пленку потом сдеру завтра. Уже не нужно. Пленка уже не нужна. Я в конце обычно убираю.
Такие вот дела.